говорили о потребителях, о рынке, а теперь давайте поговорим о качестве с Елизаветой Волошаниной. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите все-таки, как изменился потребитель нынешний, вот за последнее время, как изменился рынок потребления? Вы знаете, потребитель стал более образованный. При выборе товара он обращает внимание не только на цены, но и также на качество товара, потому что это важно для его дальнейшей жизни. Вообще, я считаю, что потребитель все более и более образовывается и становится уже потребителем, который хочет покупать и жить качественной жизнью. То есть стал более разборчивым, да? Да, конечно. Многие отмечают, знаете, уклон на ЗОЖ, на экологию. Вот по этому поводу что скажете? Ну, ЗОЖ – это вообще модная тенденция, поэтому я бы сказала, что в общем наша страна вообще идет в сторону обновления, и это очень важно. А как все-таки Роскачество взаимодействует вот с Магнитом? Ну, вы знаете, мы готовим различные программы по продвижению, опять же, знака качества на потребителя. Магнит также пользуется нашей базой данных для выбора того или иного продукта, для того, чтобы быть более, ну, более основательно подходить к выбору своих подрядчиков. Ну и также мне просто очень даже гордо за Магнит, что у него появился свое производство СТМ. Это крайне важно, когда ты можешь контролировать прямо на первом пути то, что ты изготавливаешь для потребителя. Ну и в завершение, что бы вы спросили у Магнита? Хороший вопрос. Ну, я надеюсь, что Магнит будет дальше прекрасно развиваться и давать потребителю только самые лучшие, самые качественные товары. Вперед! Мы закончим пожеланием, да. Да. Спасибо, спасибо большое, и вам тоже быть на одной волне. Спасибо.